нужно осторожно, ребятки. Мы их пока щемим, блядь. Щемим по полной их, блядь. Тихо. Ну-ка. Тихо. Лорочка, давай, девочка. Сраный лучник, блядь. Эх, не попали чуть-чуть, блядь. Как так, а? Сука, взялся, а? Блять, это жесть. Это просто жесть какая-то. Пиздился, блядь. Фу. Нет, у меня патронов нет, у меня вообще ничего нету. Как я могу с тобой воевать, а? Ну, я думаю, что мы его не убили, что он вернется. Так, собираем все патрончики здесь. Потому что я не знаю, что будет дальше. Если будет такая жесть, как сейчас, это просто жопа какая-то. Этому китайскому гончарному изделию 1000 лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая? Кто такой, что такой тупит, а? Мы должны найти какую-то улику на этом графине. Где эта улика? Непонятно. Ладно, идемте с вами в гробницу. А, тихо, Ларочка, подожди-ка. Дневничок валяется. Давайте почитаем. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю. Избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они возьмите меня к себе, прошу, дайте мне умереть спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
здесь вообще какой-то мрак творится. Эту дверь попробовать? Да, попробуем. Мне нужно попасть туда. Я понял. Но чтобы тебе туда попасть, еще подумать, как туда попасть. Ну-ка, давай-ка. Интересно, еще мы что-нибудь раскачать не можем? Ну-ка, Ларочка, у меня есть, конечно, дурная затея. Попробуй, знаешь, что раскачать? Вот так вот себе натянуть сюда. Да, это, по-моему, очень дурная затея. Чернодурная затея. Хотя, возможно, это получится, что раскачать как бы всю эту херню, встать на этот купол и перелететь туда. Ну-ка, если мы попробовать опустить его чуть-чуть. Ну-ка. Одна затейка появилась. Получается, да? Это плохо. Это очень-очень плохо. Так, как же нам попасть-то? Что-то у меня пока даже мысли нет, как туда нам пробраться. Так, ну-ка, Ларочка, давай-ка спрыгнем. Что здесь у нас? Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Ты хер его знает, как сюда все попадает. Видишь, здесь один ветер, бля, принесло, наверное. Задуло, как говно в Африку, бля. Так, так ты тоже не можешь пройти, да? Вот фак ее мать. А если мы, знаете, что сделаем? Так, ну давайте откроем эту херь. Так. Поднимем нашу вот эту вот херотистику. Может, так, что его получится. Ну-ка, давай. Попробуем опустить и потом бросить туда эту херню.
вроде как бы загадочки несложные, да? Но достаточно интересные, непонятно, что делать. Так, и вот теперь попробуем это опустить. Просто я посмотрел, что туда вроде как конус. И конус можно туда загнать. Ну-ка. Отличненько. Допрыгнешь? Допрыгнешь. Молодец, Ларочка, молодец. Давай, давай. Опа. По идее, она должна туда допрыгнуть. Просто обязана допрыгнуть. Потому что больше я уже не знаю, как это, что здесь можно сделать. Ну-ка, давай с тобой разбежимся. И прыгнем. Давай, 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 давай. Хопаньки. Да вы издеваетесь. Просто издевается. Как такое может быть? Может, побольше нужно сломать? Лара, ты должна как туда попасть, а? Ты просто обязана туда попасть. Так, все равно не получается. Что здесь нужно сделать? Попробовать эту дверь сломать. Ну-ка. Давай, 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 давай. Хопа, на, опа. Ну-ка, и давай в дверь вломим. Хер бы здесь, да? А, она у нас раскачивается. Подожди. Подожди-ка, подожди-ка. Может быть, пока мы ее раскачиваем, можно что-то будет сделать. Ну-ка. Бежим, 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 бежим. Так, качайся, качайся, качайся. Блять, ну как такое, как ты там, блядь, что ты у нас, блядь, как говно в проруби, блядь. Ты что, не могла прыгнуть, что ли, в конце концов? Давай, давай, Ларочка, блядь. Давай, 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 давай. Хопа, давай, 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 моя красавица, давай, хопаньки. В принципе, это реально сделать. Потому что я больше не знаю, как это что-то здесь сделать можно. Мне кажется, можно только так туда долететь. Давай, давай, красавица. Оп. И с разбега. Эх, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай еще раз попробуем. Оп. Бежим. Главное не торопиться. Хоп. Так. Так, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Ну, как ты упала, твою же мать, а? Ну, как ты упала? Давай, 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 прыгай, твою мать. Фу. Здравствуйте, я ваша тетя, блядь. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь.
Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть. Она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первой и последней. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми, вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице Солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Летит, твою мать, а? Что же здесь сейчас будет твориться-то? Мне аж страшно. Ваза из Сацумы. Вероятно, период Эдо. Ну, наверное. Но я не буду разгадывать эту загадку. Что ж, мне хочет уже разгадку узнать, что здесь, черт возьми, происходит. И что мы будем сейчас с Пимикой драться. Я уже, если честно, друзья, не помню, что здесь будет и как. Местонахождение Зиккурат. Мадис, по жопе ты у нас сейчас хлопочешь, блядь, я чувствую. Скала. Давай, Ларочка.
Подерем задницу этому Матиусу, чтобы он не разбудил, блядь, к чертовой матери Пимику. Ну, блядь, ну как ты так смогла, а? Нам нельзя сдаваться. Нельзя ни в коем случае сдаваться. Давай, 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 девочка. Нам нужно успеть догнать этого Матиуса, чтобы он не разбудил это чудо-юду, блядь. Нет, что такое еще, его же мать, что здесь нужно сделать с этим-то? Нет, мне кажется, нужно ворота как-то попробовать разбить, да? Да что ты, блядь? Лара, не беси меня, пожалуйста. Так, шалтай-болтай. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то все как-то рушится. Куда же мы можем что прицепить-то? Я что-то даже не знаю, куда эту херню прицепить. Так, давайте подумаем. Началась жесть, блядь. Лара, берегись. Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рэйс. Да, блядь. Спасибо. Если я не вернусь, мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Вот спасибо вам огромное. Чего меня ждать, блядь? Я сам не знаю, вернусь я или не вернусь. Что здесь, блядь, вообще будет жесть какая творится? Давай, давай, Лара, беги, блядь. Тихо. Как же эти меня догонят, блядь, эти чучела, блядь, они же так не могут лазить, или они умеют летать там, блядь, не знаю, что делать-то. Я уж и не знаю, что здесь, блядь, они умеют делать, эти скоты. Нормально. Да ладно, блядь, вы шутите, что ли, блядь? Куда вниз-то, блин? Так, какой-то пиздец просто, блядь. Просто пиздец.
Ой, жесть, 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 жесть. Да, в принципе, можно цепануть. Я там видел, там какая-то у нас пещера есть. В принципе, я думаю, что правильно мы с вами идем. И давай уже, а. Пониже спуститься. Опа. Тихо, 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 тихо. Куда ж ты, Етишкин козырек, а? Задрали, блядь. Yeah.
пиздец какой-то. У меня даже слов нету, блядь, просто пиздец какой-то здесь творится. Гори ты нахуй, блядь, урод. Блять, делаешь, твою мать, блять. Что вы мне прикажете, здесь прыгнуть вот так вот? Да, мы с вами перепрыгнули, а здесь? Давай, давай, Ларочка, нам нужно спасти Сэмми. Делать, блядь, я вообще даже не понимаю, блядь. Кинжалами его, блядь, то есть этим, блядь, не возьмешь. Ну, давай. Нихуя себе он, блядь, пизданул по мне. Хера себе. Так. Так, я понял. Значит, он падает, и что-то такое... Когда он взрывается, значит, что-то можно сделать с ним.
пока. Что, получил по жопе? Давай, 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 давай. Иди сюда. Ага, у нее спина. Спина, оказывается, голая. И можно стрелять. У нее там нет защиты. Ах ты, черт возьми. Лара, блядь, где у тебя хоть что-то, блядь? Что за говно у тебя? Опа! А-а-а, блядь! Так. Получил хорошо по щам, ладно. А это что за говно еще такое пошло? Так, патроны, патроны, патроны. Берем, берем патроны. Ёп, блядь, как шарахнул ты мне хорошо. Сдохни ты, блядь. Сюда. Эй-эй! Эй-эй-эй! Получил, блядь, своей спинки, блядь. Охраняешь ее, да? Сейчас тебе заметет чуть-чуть, блядь. Тихо, 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 тихо. Ты что, блядь, озверел, что ли, блядь? Чел. Блять, нет патронов. Я даже не помню, чем его лучше бить-то. Ух ты, блядь. Ах ты, бледина такая. Да и, блядь, да что ты, Лара, делаешь, блядь? Вот ты, блядь, заряжать начала, блядь, вообще пиздец. Вот, блядь, самое, блядь, время было заряжать, нахуй, свой говно... автомат, блядь. Получай. Ой, блядь, ой, блядь. Все. А, нет, 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 нет. А, мы с этого момента начинаем, это уже лучше. То есть не с самого начала боя, это лучше, лучше, лучше. Где у нас этот хер, блядь?
Тихо, Ларочка, блядь, тут ты что делаешь-то, блядь? Я что-то не вижу лучник, куда у нас лучник делся? А, или он его, блядь, куда-то сам его убил. Ладно. Нет, вот эта, блядь, скотина там. Так, собираем пизду патроны. Какие только здесь есть, блядь. По-моему, еще никаких патронов нету, блядь. Чурбан с палкой, блядь. Давай. Есть. Получил, но... Идемте туда. Там посмотрим, что за херня творится, блядь. Нам нужно Сэмми спасать. Тихо. Я что-то не понял, что здесь делать нужно. Шакал-то что набросился на меня? Я только вроде смотрел заставочку, блядь. Блядь, набросился, блядь. Ну-ка. Получай, блядь. Даже не понял, блядь, или стик нужно было нажимать, или нужно было нажимать крестик. Ну, наверное, крестик. Ну, давай уже, пропускай. Нахер нам заставка нужна. Давай. Да, все-таки крестик. Что? Косолапый, блядь. Получил кабель. Пимика отправилась у нас к братцам. Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. Лара. Что происходит?
Я здесь. Все кончилось. Все хорошо. Все хорошо. Ты спасла меня. Я верила. Я ведь обещала. А теперь домой. Домой. Фу. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится. Что там было? Да жоп там была. Лучше тебе не знать. Давай лучше убираться с этого острова. Давайте убираться отсюда. Да, это точно. Афроамериканочка-то наша. Хорош ли мысли подсказал. Давай нахер отсюда убираться. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Угу. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Должна. Холодного мангового сока. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Mm-mm. Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Окей. Я еду не домой. Друзья, это было прохождение игрушки Tomb Raider. И буквально вот сейчас вот начинается презентация и раздача уже игрушки второй части Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Сейчас 0 часов, 28 числа. Вот, и сейчас я приступлю к скачиванию, и мы узнаем уже дальше, куда наша Лара отправляется. Всем спасибо за просмотр, с вами был Неозар, и увидимся в премьере игрушки Rise of Tomb Raider на PC. Всем пока-пока.